И снова я, наконец, лидер Марабонты. Ух, я. Давайте, тигры, ебать их, нахуй. Давайте, пацаны, ебать их, нахуй. Я успею за 907. С моей последней лидерки уже прошло больше года. Я наконец рад снова ощутить эти эмоции. Поставили меня на лидерку очень поздно по времени, под конец дня. Я быстренько настроил матрицу, дал небольшие задания ребятам и уже хотел уходить спать, потому что у меня плюс 4 КМСК, я очень устал за день. Но тут же прокает флаг. Я понимаю, что это халявные маты, их нужно забирать. И в первые часы лидерки мы уже имеем 20 тысяч матов на складе. Кучу бонусов на старте. Также, как обычно, хотел бы сделать розыгрыш на 100 козел. Для этого нужно поставить лайк, подписаться и написать любой комментарий. А вот увидели с прошлого ролика, напиши мне птичку, чтобы забрать свой приз. Как дела? Как настроение? Да нормально, все супер. Ну, поздравляем вас с удачным прохождением звона на пост лидера Марабонты Гранд. На следующий день провели собрание с составом, расставили цели на лидерку. И все остальное время, к сожалению, АФК гринд матов. Даже каких-то крутых файтов не могу показать, потому что их просто не было. Поэтому мы решили сделать союзы, чтобы хоть где-то лутать контент. Потому что в соло на поставке ездить очень тяжело. Блять. Стреляем должен улететь. Бля, ну я просто не могу доехать. Они меня просто уже третий раз. А что ты делаешь, чучело ебаное? Нахуй ты меня гафаешь? Почему вы оба находитесь наручник? Точнее не наручник, а с легалом. Ты че, вообще долбоёб ебаный или что? Я тебя откину, свинья ебаная. Вы находитесь с оружием кого-то. С каким оружием? Где у меня оружие? Ты че, вообще алканавт ебаный или что? Где у меня оружие? Покажи, блядь. Данному гражданину, кто-то хотел услышать трап, перед тобой рэп-машина. Рэп-машина. Это более грязь, текстах не от сладкой жизни. Мы там много лет, много ребят тут слились, потерялись. Если кого-то когда-то задел, ребят, не злите. Погнали. У меня есть идеи, как заработать денег. Ты не в моем кругу, пацан, если ты бездельник. Не музыканты, вам нужен клаут и хай, блядь, вы поддел. Для сети трапками, для инстаграма, когда на счетах. Да тут уже можно забирать, как будто, нет? Да, да. Езжайте на машинах, садитесь, подъезжайте в матку. Короче, я сажусь в матку, тут гостик. Ой, дура, куда ты покупаешь? На складе уже больше 100 коматов, и мы активно принимаем участие во всех мероприятиях. На самом деле, с хорошим составом приятно стоять лидерку. Когда с меня, как с лидера, снимается куча задач, которые выполняют другие люди. На что я в ответ, конечно же, выдаю премии и, естественно, халявный заряд. Склад на протяжении всего времени просто был открыт, и любой мог взять себе все нужное. Наверное, самое интересное, что я как лидер получаю себе. По большому счету я получаю ничего, потому что мне просто ничего не надо. Но легально с таким составом я бы мог спокойно фармить по пару лямов в неделю, а то и больше. Но максимум, что мы получаем, это 30% со склада фракции каждые 5 дней. То есть мы фармим 100к семерок, 30к семерок мы завозим себе на склад РГ. Пока что за все время мы завезли себе уже 500 000 семерок. Я убил. Блять. Где ангар? Помогите. Тут СДшников куева приехала. Когда? Могут, но... Один на один уходим, была не была, будет не будет. На твою ушанку. Ну ты долбоеб, давай. Стреляешь, на твою панамку. Раз, два, заебизалка. Если что, если сейчас сахарды проигрывают, мы бьем просто изора 8-8. Не может быть. Но если сахарды проиграют, можно. Гандом, бля. Так, дальше ищем. Крыша по-любому. Бля, спан кинул, говноед. Так я по тебе не стрелял даже, а ты по мне стрелять начал. А, ты не стреляешь, что ли? Нет, я не стрелял, прикинь. Ну ты гандон, ёбаный. Долбоёб. Пошёл нахуй. Да не убивайте, не убивал. Все, закрывайте. Погнали. Забирайте быстро, блядь. Да, это бомжи ебаные. Поехали баллов от поборы вырвали, блядь.
пойдем один. На балсов. Один в банан, другие к балсам приехали. Собрались балсы, да? Прямо вышли на спину, на спину, на Амару езжайте, банан помогите. На Амару все быстро в тачку и на Амару. Да, нормально. Я убил на респе. Ой, на крышу. Долбоёб на свою кухню. Мне стало жалко время занимать дел, но они пишут, эти там вообще ничего тут узнаются. Колёса едут, нет, да, да, нет, тут я не по факту проверен временем, те остаются. Голова горит, все круглые сутки поют, пиздец долго просто не способен отдохнуть. Нужны ключи от Тамбова, я буду в охране. Нормальный парень, скоро богатый, нормальный парень. Ничего не было, потому как все мечтали, наши они страны. Мы на себе пиздец сколько типов за респой держим. Просто. Ебать, я сколько типов тут перепиздил, пацаны, просто пиздец. Подъедьте в гетто, все в гетто. Да, он на титуле фэмер, Там, налево, там, налево. Ты где на банане едешь? Да меня в текстуру толкали, я тут вот положил систему, блядь. Ебать, их вышло, пизда. Нормально, нормально. А он тут застрял его, я ему. А, нихуя они его спрятали, блядь. А все, я заберите кто-то банан, заберите. Наконец наступил день X. Я на стриме заскаутил, что гостники куда-то группнулись. Естественно, очевидно, что это рейд. Мы начинаем группаться, чтобы его отбить. На протяжении часа они ебали нам в голову. То проезжали мимо, то уезжали, то заезжали на другие банды. Но по итогу заехали к нам, мы легко их отбили. И тут начинается ёбка от администрации. А почему вы вывезли машины с титула? Отдайте нам IC звонок РМом. А почему вы группнулись заранее? Короче, мы показали все откаты, но нам решили откатить рейд, потому что мы вывезли машины с титула. Честно, даже не хочу комментировать это, но я думаю, вы все поняли. Ой, бля, ебать срать мазать на блатцов, ебать мой хуй. Серьёзно? Кому вы там кричите, дебилы, там никого нет. Ну я чё, я думаю, нахуй, надо, короче, этих, блядь, ублюдков ебаных, нахуй, в рот им давать, нахуй. Но мы не можем заезжать на рейд. Ну я думаю, скорее всего, они могут ебануть после нас. Ну, точнее, на них, на нас после них. Могут. ММ там говорят, что это на нас рейд. Да, ну они опять едут, блядь, долбоёбы эти. Я не верю, что, я не верю, что они столько людей группали на блатцов, не верю. Чё они поехали, блядь, нефтекачки рейдить или чё? Ну, всё-таки на нас будет сосаться. Пошёл, газ! Мне похуй, я рискую, да, блядь. Самое главное отбить респу. Да? По сути. Выпушить инту. О, ты бил, блядь. Опа. Блять, не умереть, нет! Сука! Нет! Ой, блядь. А что это за хуйня? Бля, ну мне тут релогнуться надо. Там наши живые, ебать. Давайте, тигры, ебашьте их нахуй. Слышь, друг. Я, блять, нахуй, только зашел. Сними наручники, нахуй. Давайте, пацаны, ебашьте их, да, нахуй. Отбили рейд, да ну нахуй. Все. Просто легенды, нахуй. Че вы, бомжи ебаные, куда приехали нахуй рейдить кого, уроды, сука? Соло не можете? Иди нахуй, блядь. А ты, Соло, можешь со своими ОСПД приехать нахуй? Че вы, бомжи ебаные? Ну че, бомж, есть откат, как вы машину. Вы же сильнейшая фрака, в Соло не можете. А ты можешь Соло гоской приехать, хуй сос тупой, а? Уебище ебаное. У нас две фракции, вас нахуй. ЛСПД, ФИП нахуй. Армия, блядь, ЛССД нахуй. ФТ, блядь, 5 фракций, нахуй, еще ГОВ 6, нахуй. Хуесос, блядь. Соло, не соло, иди нахуй.